официант, я здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу. Заскочить я вдруг решила к вам в культурную столицу. Я с дороги только что, и я несколько устала. Мне б шампанского бокал, а не найдется ли кристалла? Что вы, тетя, меня тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки литер. Это ж Питер, тетя, ну что, берете? Ну хорошо, несите водку, только стопку и не больше. Я пила ее однажды, дегустировала в Польше. И скажу вам, не стесняясь, водка — это не мое. На мой вкус риска немного, как шампанское мое. Что вы, тетя, меня тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки литер. Это ж Питер, тетя, ну что, берете? Чисто Питер! Прошу прощения. Простите. Ага. Оп. Алло, Алена, это Яна. Чё? Сама ты пьяный. Я сегодня отмечаю день гранёного стакана в шумном зале ресторана. Перестань, какая пристань? Тут куда ни плюнешь, сука, точно попадешь в артиста. Плесни 302 по 200, после 3 по 100 по стопкам. Хули все стоят на месте, словно по московским пробкам. Посмотри, какая цаца, прямо барный аналитик. Оставляю официанту не на чай, а на литер. Вы куда летите? В Ниццу? Со столицы? Вот тебе натка. Так позвольте приземлиться к вам за столик с пересадкой. Не шуми, блядь! Поддерживаю. Зачитал пиздата. Только было б нихуёво ставить бы цитату. Коньки Гумилёва! Это Питер, дядя. Здесь без эвмеистов даже срать не сядем. Рядом, в поле чистом. А не то, что выпить. Это чисто Питер. Берега в граните. Так что не пизди. Те! Как же это охуенно! Накатить с утра в отчары. Будто попадаешь, сука, под волшебные, блядь, чары. Вещь в себе, ебать мой хуй! Философия, блядь, Канта. Слышь ты, дядя, дядя в кепке, позови-ка официанта. Чтобы, тетя!